С этой стороны собираются детальки, а здесь самому собирать надо. Так, у меня теперь есть два прохода. Красноглазки. Надо собирать чистильщиков. Так, перемещаемся к красноглазке. Берем у нее проект чистильщиков. И соберем проект чистильщиков у Фритюра. Вот она. Нет, это металлоломщики. Мне нужны чистильщики. Оба, реликвия прошлого. Снаружи беснует толпа. Большинство стекол разбито. В окна врывается летний ветер. Он несет запах гниющего океанского дна. А еще крики горожан. Кажется, они кого-то убивают. Все официанты сбежали. Мы остались одни, но полиция уже едет. Все, тут, наверное, больше ничего. Так, арсенал. Арсенал, наверное, я сейчас смогу собрать. Ага. Это за ту миссию, которую мы у Джитом сейчас сделали. Теперь я смогу тут заряжать патрончики. Красота. Так, вот чистильщики. Смотрим, где они находятся. Раз. Два. Блин, далековато. От Фритюра близко будет. Смертельная гонка. Как интересно. Вы что тут делаете на смертельном гонке, а, чуваки? Вообще патронов не жалко. Мне теперь везде арсеналы свои. Не работает. Так, щит поломан. А что они на смертельной гонке тут тусили? Просто так. Деталь для чистильщиков. Отлично, одна есть. Так, еще один ломик где-то. Наверное. Угу. Зачем ты сюда спустился, вот в грязь? Так, и вторую детальку. Вторая, вот она. Да, и быстрое перемещение нам вот сюда давай. Поехали со своим чистильщиком.
покатушечки устроим. Опа, снайпер. Максу лучше получается. Есть. Рано мы взялись за ваши крушения-то. Собирать-то детальки некому. Сейчас будет кому. Сейчас найдем свою детальку. Вот они лезут, как мухи на говно. Отдыхай. В полете. Нет, я думал, там лесенка такая будет. Вертикальная. Боеприпас полон. Чистильщик и два ломика. Один ломик есть. Второй ломик есть. Осталась деталька. Даже патрончики будут. Вот он. Деталь чистильщика. Отлично. Теперь возвращаемся и собираем ее. Красноглазочка. Вот теперь можно и воевать на этих территориях будет. Сейчас у Фритюра тоже соберем. Готово. Чистильщик. Сразу обустраиваться начали. Крутыми становятся. Народу побольше сразу. Так, Фритюр. Фритюру. И повторяем в точности все то же самое. Требуется всего одна деталька. Во, арсенал можем собрать здесь. Мы ж торгуем сейчас джитом здесь. Поэтому это все так легко собирается. Отлично. Арсенальчик. И надо найти чистильщиков. Чистильщики тоже всего одну детальку требуют. И она даже ближе. Ну что, поехали? Жестяночка. Чувак жаждет поделиться ломиком. Ну что ж, я не откажусь. Раз ты делишься, давай рассказывай. Deep Frya has lost his flame. See, over there, the flame is dead cold. Without it,
He won't keep his flock of wildfire long. Пятьдесят лома дал. Не, чуваки, я с вами сражаться не буду просто так, когда получу чистильщиков. Чем больше баз, тем меньше деталек надо для сбора. Так, а здесь есть что-нибудь? Деталь резервуара нефтяного. Классно. Значит, вылазим. Стой. Камнями кидается. Нефтяной резервуар, но мы не могли здесь пройти мимо. Потом покушаем. Ломик. Сука, их тут много. И снайпер здесь еще. Так, нефтяной резервуар. Готовченко. Водички-то у меня полно. Давайте скушаем консерву. Консервушка. Еще один металлолом где-то. А наверх-то, наверное, не залезем мы. Прыгает-то у нас так себе, чувачок. Христианочка, я тебе принес канистру. Ты рад? Я бы даже сказал, он счастлив. Еще тут рядом пугало есть, которое можно бомбануть. Да ему что-то вообще не повредило. Наша пуколка. Совсем чуть-чуть. Давай ее таранить, значит. А, таран у нас еще лучше получился. О, какая у нас эмблема пацифиста на крыше. А что такое, блин, а? Ну,
ракеты пораскидывали уже. А пугало мощный, как стоял, так и стоит. Чистильщики. Так, этих мы проезжаем. Тусят возле воздушного шарика. Шарик-то уже мой. Краешка зацепили и все. Что это, база что ли? Или это не такие уже это точки охраняемые стали? Don't stray. Да что ты не стреляешь-то? Убей ты нахер эту свинью, блин. Реликвия прошлого, ящик с ломом, деталь чистильщика и Т4 ломика. Просто место поживы. Даже эмблем нету. Типа, очень рядышком мы находимся с Гастауном, поэтому тут эмблемы не нужны. Эмблемы нужны где-нибудь там, в провинции. Патрончики. Сколько еды-то вкусной. Крыса одна из самых деликатесных. Да, чистильщиков сложнее, конечно, достать здесь. Нефтяной резервуар вообще сам в руки попал. Мимо проезжали просто. Отлично. Все, чистильщики у нас теперь будут. Осталось тут реликвию прошлого найти, ящик с ломом. И два металлоломчика. О, ящик с ломом. Да ё-моё! Ну, Макс, ну ты дебил или ты издеваешься? Нет.
осталось. Реликвия прошлого и два металлолома. Собрал. Давай. Блин. Герой прыгать не умеет. Черт. Так, и реликвия прошлого где-то завалялась. Вот она. Повернуть и станет президентом. Спасет мир. Никто не смог спасти мир. Как будто только президенты мир спасают. Может, они гробят мир, эти президенты. Ну что, собрали детальку мы? Так, ну что, чистильщики. Работать будем теперь. Будем работать. Вот они разрастаются потихоньку. С чистильщиками-то веселее. Крепость улучшена. Ну и металлосборщиков давайте, раз всего одна деталька. Отметим и тоже пойдем ее возьмем. Как раз рядом с чучелом. Сразу двух зайчиков убьем. И чучело снесем, территорию подчистим и металлосборщика соберем. Хорошо. Погоди, я ж отметил. Что ты мне сбросишь? Цель-то мою. О. Теперь можно уже бесчинство. Теперь ваши детальки уже не будут просто так валяться. Все пойдет в дело. Куколка. Опа, упала. Убегает. Далеко не убежишь, чувак. Че, не взрывается, что ли? Бля, бензобаки какие защищены у них. Давай тогда чини машинку, будем их подать.
подождем немножко. Хрена они бронированные, даже не горят. Тут еще и база. Вот это да. А я не знал, что тут база находится. Пошел за деталькой металлолома. Я и знал, что вы будете счастливы меня встретить. Интересно, надо вот сюда встанем. Бесконечное количество. Не, ну я знал, что легко не будет. Не попал. Рукопашечку просто замесил. Два патрона. Два снайпера сидело на одной фигне. Вот это они металл защищают, металлосборщиков тут. Молодцы. Тут придется побегать как следует.
Мое. Тоже мое. О, металлосборщик есть уже. Даже умирать теперь не страшно здесь. Тебе помогут от выстрела спастись, конечно. Ладошками прикрылся. И все. И ничего не страшно. Один ломик. Не густо. Если по чесноку сказать. Ящик с ломом. Реликвия. Так, ящик с ломом. Ну, поднимай, что ты, не утащишь, что ли? Сил нету, ходит на него, смотрит. Поднимать не хочет. Отлично, место поживы 100%. Возвращаемся к Фритюру. Фридрих Фритюрович. А, водохранилища нет. У меня для нефтяного резервуара есть. Так, нефтяной резервуар. С бензином проблем не будет. Разведчики. Разведчики. И металлосборщики, когда я буду в офлайне, у меня будут собирать лом. Когда игра выключена, автоматически произойдет сбор лома. Для получения лома требуется подключение к интернету. Пусть собирают. Ну что, фритюр-то у нас просто уже не просто фритюр, а с кетчупом фритюр. Завершите 5 прайдов для фритюра. Круто. Ну еще, дорогие друзья, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, а в следующей серии мы точно так же поможем нашей красноглазочке. Соберем ее металл... Чистильщики у нее есть, а металлосборщиков соберем. Ну и продолжим прохождение игры. Всем пока. Не забывайте ставить пальчики вверх. Еще один лук. Ни хрена себе у него палка. Бей, пока у тебя ярость.